Такого еще не было ни в одной стране. Никогда. Россиян сейчас будут наказывать за оскорбление друзей, подруг, ну и, видимо, собутыльников, любовниц, силовиков. Власть критиковать нельзя, чиновников нельзя, силовиков нельзя. Но это еще мало. Под защиту закона близких силовику лиц теперь входят не только родственники, но и люди, чье здоровье и благополучие дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. Вот так вот. Мне кажется, что власть имущие, Госдума и прочее, уже не знают, что бы такое придумать, как бы больше унизить, сильнее унизить население, и до какой степени оно будет терпеть. А оно терпит. Есть хоть одно действие населения территории, за которое нельзя привлечь к суду, к ответственности, к штрафу.